Всем привет! Хочу сегодня поделиться со своей идеей, как сделать из модели Сильвестра Сталлоне судью Дредда. Вот встал у меня вопрос, как сделать каску. Скульптрис это очень неудобно. Надо наносить слои, рисовать. Очень долгая песня. Сидел, думал. Моделировать тоже не захотел ее. И взял, сохранил модель в файле Opsh и экспортировал его в ZBrush. Экспортировал модель в ZBrush и стал думать, как сделать ему шлем. И вот хочу с вами поделиться, к чему я пришел. Сначала я убрал уши, смягчил их полностью. Вот так вот. Затем поставил симметрию. Нанес маску. Вот таким образом. Тут не важно, сделаете вы четко все, нет. В принципе, не столь важна эта система. Ну, получилась у меня вот такая вот маска. Я сделал экстракт. Вот такое дело у меня получилось. Снимаете маску. Вот. Что у меня вышло. Затем я отключил Subtool самой модели. Вот такая фишка вышла. И сделав Make Polymesh, зашел в геометрии, нажал Shadow Box. Вот такое у меня дело получилось. Вот. Не стал я делать со сферы, потом других материалов. Вот такое дело у меня получилось. Потом я ее сохранил в формате Opsh. Вот эту вот заготовку. И экспортировал ее в Sculptris. Сейчас я вам ее покажу. Так, это знак у меня. Вот такое дело у меня вышло. И здесь я уже начал ей работать. Детали не добавлял сначала. Поставил симметрию. Вот таким делом. И уже начал моделировать приблизительно на шлем, как он будет. Вот так я его смоделировал. Здесь потом прошелся выравниванием. Вот так вот подготовил болванку, подготовил стекло. Чуть-чуть подровнять можно. Вот таким принципом я работал, полностью лепил ее. До конца показывать не буду, принцип понятен.
и покажу вам сейчас, что у меня получилось. Вот такая фишка у меня вышла. Я экспортировал сюда саму модель Сталлоне. Полностью разбил ее на саптулы здесь, в Sculptris. Добавил точно так же в Shadowbox, сделал заготовку значка. Все это набросал. Вот такая заготовка у меня получилась. И давайте посмотрим, что в конечном итоге у меня вышло. Вот такой у меня вышел Сталлоне. Уже раскрашенный. Вот такая каска получилась. Я его сделал немного мультяшным. Типа с мультфильма персонаж. Поработал над челюстью. Все это объединил. Все саптулы объединил. Давайте теперь посмотрим исходную. Вот такая модель у меня получилась. Давайте я поставлю глину. Вот такая моделька у меня вышла. Шлем работается, кстати. Вот посмотрите, если видно. Когда вы над лицом работаете, шлем вообще не трогается. Так вот удачно он получился у меня. Вот таким вариантом я хотел с вами поделиться, как сделать шлем полностью лепкой, работая Shadowbox, не делая саптулы другие. Все, до свидания.